Привет! Почему сэмплировать круто? Ну, во-первых, это проще, чем писать мелодию самому. На первый взгляд. На самом же деле сэмплировать классно, потому что ты можешь взять что-то крутое изначально и как-то это переосмыслить. Или взять сэмпл с какой-то эмоцией и сделать ее еще мощнее. Или ты можешь взять сэмпл со своей историей и своим контекстом и на этот контекст опереться. Как Бушида. Далеко. Далеко. Но видос будет не про этот трек. 24-й год, графика 3 хаба да форс. Никто не клал на... Даже если ты вообще не планировал включать альбом Алблака, я настоятельно рекомендую тебе послушать вот этот трек «Спокойной ночи». Он однозначно в топ-3 альбома, хотя это не сэмплирование. Но этот трек напомнил мне звучание другого мастера вайба и мастера сэмплирования. А еще я вспомнил о таком жанре, как романс. Но не вот эти, а простые советские романсы из фильмов. Это на 100% недосамплированный жанр, и там целые горы материала, которые так и ждут, чтобы ты пришел и почопал его. Но ты справедливо спросишь, а что там с авторскими правами? Впрочем, это уже совсем другая история. А я тем временем приступаю к своему тайпу на Алблака и Nicebeats Prod одновременно, и сэмплировать я буду романс из фильма «Жестокий романс», который исполняла в фильме... Пидораси! Гузеева, да. Вы можете обвинить меня в том, что я взял этот сэмпл только чтобы вставить этот мем. Возможно, вы правы. Но сэмплить я все равно буду кавер из 4-го сезона проекта «Голос Дети». А чем обусловлена такая бодрость Билана, напишите в комментариях. Ну и лайк видосу можете поставить, тогда я буду меньше тильтовать и делать больше видео. А тильтовать на самом деле тут есть от чего. Потому что просто так взять и подогнать его под бит не получится. Придется очень-очень много чопать. Так что наш выход — это сайт fader.com. И он нам нужен для двух вещей. Во-первых, засплитить голос от мелодии. Ну и посмотреть аккорды гитары, чтобы по ним прописать свою мелодию. Пока очень грубо подгоню под сетку. Да, успехов мне это равняет. 90% сэмплов таких проблем не имеют и равняются типа в 500 раз быстрее. Чтобы было удобнее все это равнять, я прописал бас, снэр и хэт. Вот этот фрагмент мне вообще не нравится, он нифига не ложится. Вторую половину припева заменю вот на это. Кучу времени на это ушло, но мне не жалко, потому что звучит, по-моему, здорово. Но 90% сэмплов, конечно, гораздо легче укладываются в бит. Ну и гитару я тоже не буду сэмплировать, а пропишу сам, потому что... Я так чувствую. Ну еще потому, что она там кривая, и еще потому, что я хочу более простой ритм. И у нас есть вот эти басовые нотки аккордов, по ним и все и пропишем. Мелодию я хочу сделать какую-нибудь простенькую базовую, так что мы берем такое супер простое трезвучие. И, наверное, делаем вот так вот. Или даже вот так вот. И строим вот такой арпеджио. То есть просто четвертиночками. Повторяем, только здесь у нас будет A-sharp. Здесь нотка опускается на F. Повторяем, только здесь D-sharp. И, наверное, Ctrl-B. И тут просто D. И, наверное, вот так. И дублируем это, потому что в первых и вторых четырех тактах аккорды одинаковые. А во второй половине, то есть вот в этих восьми тактах, аккорды уже другие, там уже совсем другое настроение. Но на это настроение мы также выстраиваем вот такой супер простой арпеджио. Но чтобы звучание сделать более человечным, во-первых, можно все выделить, нажать Alt-R и как-то пошатать громкость типа вот так вот. И можно подобавлять промежуточных ноток на супер низкой велосипеде. Тоже на нотках аккордов, естественно. Ну еще вот тут нотку наверху тоже можно добавить, она с ней точно будет звучать прикольнее. И вот так вот. Да. И в таком духе продолжаем все аккорды. И тут я точно не стремлюсь сделать супер чистое звучание, так что можно добавить какой-нибудь дрон со сплайсом. BPL со сплайсом. Вот такой вот, например. Он на A-sharp, так что нужно опустить его на 300 центов. Вот так, наверное, вот так. А вот тут... Во-первых, он не в тон, а во-вторых, вторая половина у нас звучит более воодушевляюще, так что возвращаем ему A-sharp и... По-моему, неплохо звучит. Людей привлекает не популярный звук, а энергия. Еще там у Алблака такие прикольные струнные, что я решил прописать свои... Супер легато струнные. Вначале у нас мелодия будет идти низко, а потом будет уходить наверх. Вторая половина у нас же более подъемная, так что в первой мы начали вот здесь вот, а вторую начнем вот здесь вот. И что-то типа... И что-то там дальше. Единственное, надо эти струнные проставлять вот так вот, типа заранее, потому что у них какая-то длиннющая атака и вот эта длиннющая легато. И здесь ту-ду-ду.
Вот для такого легата эта библиотека просто идеальная. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio от А до Я, который подойдет даже новичкам. И совсем недавно я закончил большое дополнение к курсу, в котором я очень сильно углубляюсь в тему мелодий, аккордов, прогрессии аккордов, и в том числе на курсе мы напишем вот этот бит. Видеокурс стоит 4290 рублей до 30 июня 2024 года, после этого я подниму на него цену. Так что если хотите приобрести обновленный видеокурс по старой цене или узнать о нем подробнее, то напишите мне, ссылочка на меня есть в описании. Также у видеокурса появился тариф с еженедельной проверкой домашних заданий, и все домашки буду проверять лично я. Узнать о нем подробнее тоже можно у меня по ссылке в описании, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Еще в оригинале есть какие-то колокольчики, я решил взять что-то такое же из Omnisphere, на них ревер, шиммер и дилей. Такое звучание. И какие-нибудь типа... И вот так, и просто... А во второй половине мы начнем снизу. Типа вниз, вверх, вниз. Короче, я тут в основном рандомно натыкивал. Типа главное это вот такой вот ритм тен, то он... Но вместе с голосом струнные и вот эти колокольчики играть не будут. И пришло время для типичного Мемфис бита. И второй снэр. Вот так лучше. Но с хэтами, конечно, будет звучать поприкольней. Вот тут пробежка, стопудов. И так, да. Поставим, наверное, вот здесь пробежку на 1/2. И можно сделать, как в оригинале, вот такую штучку, такой вот надрезик примерно. Да. Можно добавить еще вот такой снэр. Ну и, конечно, вот эта типичная Мемфис фигня. Ну и кик. Вот так, наверное, потом вот так, вот так. И под него надо будет сейчас переделать 808. Сначала я бас прописал просто, чтобы удобнее было равнять голос, но сейчас его нужно править под кик. Ну и open хэты. Но это не был бы тайп на Nice Beats Pro, если бы у нас не было бумбэп кусочка, который прямо сейчас придется прописать. Сколько можно? Начнем со снэра. Надо как-то рандомно их шатать в разные стороны. Один оставим по центру, другой раньше, другой позже. Главное, чтобы они были мимо сетки и все. Тамбурин будет всегда с опережением играть. Раз, в два такта. Еще у нас будет шейкерочек. Быстрый шейкерочек. Вот такой какой-нибудь. Нет, слишком ломано звучит. Давайте чуть поменьше. Самое главное. Ну, почти самое главное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот так. Ну и кик. Конечно, можно сделать вот так вот, но тогда будет ноль вайба. Нам нужно вот этот на раз-два влево, а вот этот на раз-два-три-четыре-пять вправо. Еще поставить шарочек вот сюда вот, и его тоже на раз-два-три-четыре-пять вправо. И еще убавить ему громкости. Получим. Воу, дэм, это то, что нужно. И под это подо все нужен басец, но мне кажется, вполне подойдет 808. Сделаем его уникальным и скорректируем его под этот биток. За магию в звучании этой драмки отвечает Virtual Tape Machine. Если его отключить, нормально. Но если... Он такой прям... Damn! Еще я хочу сделать интруху из вот этого кусочка. Это типа первый куплет. И тут огромные паузы. Нам они вообще не нужны, так что я их сейчас обрежу и буду смотреть, как это все укладывается в ритм. Вот так, наверное. Да. Где назовут меня любимой, где... Вот так, хорошо. Но что мне не нравится в этом вокале? Тут дофига реверб. Я хочу сделать, чтобы этот вокал был таким супер близким, сухим и лоу-файным, и потом, чтобы вау, и все полетело. А этот реверб есть в самом аудиофайле, так что придется его сейчас зарендерить. Делаем save as, vocref назовем его, как типа реверб. И вновь нам нужен AI tool, вот это voice AI, в который мы закинем этот vocref и заремуем этот лишний реверб. Тут можно послушать даже реверб.
И как он без реверба? Я словно бабочка к огню. Нам подходит. На него дети фильтр. Я словно бабочка к огню. И скетч кассет. Стремилась так неодолимо. Пойдет, только хис уберем. Да более того, я подготовился, у меня есть. А, меня разбудил сон. Я молод и влюблен, вокруг раскрываем район. 24-й год, графика, три хабада. Предательству рось, не кинет только пес. Я засыпаю и ищу ответы на вопрос. Но еще знаете, что лучше? Сдвинем на попозже. Здесь сначала немножко трэпчика, потом бумбэпчик. Но сначала без вокала. Но вот с такими. И сюда мы поставим вот этот вокал. Лесницы стыд, снятся хрущи, хочу о них петь. А ушуршал вперед, но так же. Вот такой получился биток. Я надеюсь, он заслуживает лайка прямо под этим видео, потому что, по-моему, получилось очень даже прикольно. Вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio, который только-только обновлен. Чтобы успеть купить по старой цене, напиши мне, ссылка в описании. Еще можешь написать в комментариях, какой трек с альбома Алблака тебе понравился больше всех. Какой понравился мне, я думаю, уже и так понятно. Еще обязательно подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. До встречи в новом видосе, который, я надеюсь, выйдет быстрее, чем этот.